Молодая девушка из Украины, которая приехала отдыхать в турецкий город Бурса, была восхищена мусульманским азаном и решила принять ислам. Азан настолько проник ее сердце, что она решила прочитать Коран. И осознав истинность Корана, она произнесла свидетельство веры. Ее зовут Дарья Ярошенко. Она посетила район Бурсы, Изник. Далее она кушала в одном из ресторанов города. И в это время наступило время молитвы. И муаддин начал читать азан. Это ей очень понравилось. Затем она в интернете начала искать информацию об исламе. После с мужем они пошли в мечеть и решили познакомиться с тем самым муаддином. Девушка по имени Дарья обратилась к имаму этой мечети, чтобы тот ей помог принять ислам. Она повторила слова свидетельства веры и стала мусульманкой. После этого ей подарили священный Коран. А свое имя Дарья она сменила на Дарья, священный месяц Рамадан. Какое еще время может быть прекраснее для совершения благих дел? В этот месяц Рамадан есть возможность заработать огромное количество награды, жертвуя на сбор 50, 20 или даже 10 рублей. А знаете, что можете сделать? Накормить 1000 нуждающихся людей. Деньги пойдут на разговение 1000 постящихся мусульман. 500 мусхафов Корана будет отдано в мечеть пророка Мухаммада, мир ему и благословение. И даже можно построить мечеть и медресе. Каждый ваш внесенный рубль уходит на все это. У каждого на карте есть остаток денег. Отправивайте остатки на сбор, вы обеспечиваете себе огромную награду от наишедрейшего Аллаха. Не упускайте этот Рамадан без совершения благих дел.